Прэс-тур российских журналистов проходит по области, удельники, а их больше за 100, это вядомые блогеры, репортеры центральных и региональных выданий и телеканалов. У программе визиту наведывание объектов социальной сферы и промысловости Могилевщины. Знакомство с сельской господаркой регионом. Первый день гости провели у Могилеве. Сучасное медицинское обсталявание, технологии у сферы эдукации, промысловость российским журналистам показали, чем по-соправдному может гонориться областный центр. Я в очередной раз убедился, что Беларусь, она движется вперед, что она развивается, что здесь присутствует здравый смысл в организации производства, в организации сельского хозяйства. У сферы промысловости Могилевщина может гонориться своими флагманами. Лидер молочной вытворчести, бабушкина крынка и львиную долю своей продукции поставляет именно на российский рынок. Могилевский лифтовый завод – изнов головный споживец России. Керавництво заводу рассказывает о продукциях, это больше за 130 моделей. Сярод новой вытворчести – экскалаторы. Коллеги-журналисты отзначают якостную организацию працы. У нас Республика Башкортостан и Белоруссия похожи. Сельскохозяйственная оба. У нас очень много инвесторов, которые со стороны приезжают, занимаются у нас переработкой. Молока очень много. Мне понравилось здесь, что вы сами охватили этот рынок и сами перерабатываете. Свои же люди здесь, хозяева, как бы, деньги в сторону не уходят. По традиции, у вечера первого дня визиту российские журналисты встретились со старшиной Могилевского облвыконкома Владимиром Доманевским. Питания были разные – от интеграционных процессов до проблем у сферы жилево-коммунальной господарки. То качество, с которым Беларусь выступает в России, во многом, начиная от продовольствия, вот мы говорили сегодня о промышленном, о сельскохозяйственном. Поэтому я думаю, что будет все хорошо, и вот эти точки роста совместного, они нам тоже помогут потихонечку преодолеть трудности, в которые все попали. У ближайшие два дни представники российских СМИ наведают Шкловский район, где убачат, как живет сучасная вёска. Андрей Шуляк, Денис Бутылин, Новин регион.